Факты о Китае, которые ты точно не знал. В Китае запрещено спасать тонущего человека. В Китае принято чавкать в гостях. Все панды в мире принадлежат Китаю. Каждый год в Азии съедают около 4 миллионов кошек. Панда обходится зоопарку в 5 раз дороже, чем слон. Скайп запрещен в Китае. В Китае панда объявлена национальным сокровищем. Китайцы тщательно следят за своим здоровьем, и поэтому там большой процент вегетарианцев. Овощи в Китае никогда не едят в сыром виде. Их либо варят, либо парят. Воздух в Китае сильно загрязнен и превышает допустимые нормы. В Китае официально запрещены Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Telegram, Viber. В Китае полицейские не имеют права иметь при себе наличные. Еду и другие товары они покупают за талоны. Таким образом, власть борется с коррупцией. В Китае запрещена реинкарнация. В Китае мужчина сделал на лице татуировку с логотипом магазина в обмен на iPhone 12. В Китае едят крокодилов. В 17-19 веках в Китае татуировки наносились преступникам как наказание. Сила времени выглядит вот так. Посмотрите, вот так выглядят монеты, когда они были новыми, и вот так, когда они стали старыми. Вот так выглядит здание после чистки водой. Это до и после. В этом доме ковер лежал на полу 60 лет, и они впервые убрали его. Посмотрите, как солнце выжигало дерево. Вы подумаете, что это такое? А это ступени в Пизанской башне, по которым каждый день ходят сотни туристов. И вот так они промялись. На это растение очень долго дул ветер, и оно процарапало забор рядом.